Поздравляем, Диан, с матчем на ноль. Насколько сегодня сложно было сохранить свои ворота в неприкосновенности? Спасибо. Моменты были. Ну, как сказать, мы хорошо, надежно сыграли, это самое главное. Вот. Какой был самый сложный момент в матче для тебя? Ну, не знаю. Это сложно сказать. Ну, много у тебя сегодня было сейвов, там, в первом тайме, на втором. Какой вот ты скажешь, думаешь, что прям такой был? Я уж половину не помню, если честно. У меня прям эмоции, то, что мы выиграли. Вот. Но это самая главная победа, как бы я не запоминаю, там, что-то потащила, не потащила. Самое главное – результат. Был сложный момент, когда тебя накрыли, ты выбил на угловой мяч, но не ёкнул сердечко в этот момент? Ну, это надежное действие, так скажем. То есть ты осознанно это выбил? Это лучше, да, чем я бы в игрока выбила, непонятно, как бы он отскочил и так далее. Насколько тебе ЦСКА сегодня понравился, не понравился? И помогло ли, что не было Дамьянович, не было Ангине? Ну да, у них отсутствовали лидеры, и это, конечно, нам на руку, но игра все равно сложилась очень интересно, и были моменты, и прям насыщенная игра, реально. Возвращаешься с хорошим настроением, к чертам? Все, ну, мне все там, понравилось. Тебя там ждут. Да. Давай, удачи тебе. Надеюсь. Спасибо. Пока.